сегодня воскресенье, хочешь верить или нет? Мири-дэнди, а в мири-дэнди. Ну где же Паша? А может он опоздал? А может быть замерз? А может застрял? Ну спи, Паша. Наша программа без него? Конечно. Ну вот, в нашем городе наступили первые холода. Но нас согревает наша передача «Мир Дэнди». И стильные кенгурки от фирмы «Лурис», предоставленные магазином «Ролл Спорт». Сегодня будет все как обычно. За что вам и нравится наша передача? Смотрите нас. В эфире рубрика «Обзор». Сегодня будут две игры «Best Landing» и «Shadow Man». Они совершенно противоположные, но одинаково интересные. Давно не было настолько мрачных и темных игр со времен Dark Omen. Сюжет Shadow Man очень душераздирающий. Все начинается с того, что какой-то Майк Лерой или Лерой Майк попадает в тропики. Дальний герой, похожий на зомби, попадает в деревню, откуда отправляется в страну мертвых, где его радужно встречают куча мертвецов и демонов. Тут вам приходится их убивать из волшебного пистолета. И вот таким образом вы кочуете из мира живых в мир мертвых и наоборот. Вы преследуете ваших врагов из жизни в Луизиане, Нью-Йорке, техасской тюрьме, подземельях Лондона, бродите по кровавым лужам, путешествуете по огромным трехмерным мирам, окутанным темными небесами и бродящими душами, не нашедших полного покоя. Все это сопровождается мрачной музыкой, звуками, и напряжение не оставит вас ни на минуту. Вот это самая лучшая рыбалка за все время существования Sony PlayStation. Здесь все проработано, все, что нужно для настоящей рыбалки. Вот в реальной жизни у вас есть от силы пару удилищ, 5 видов наживки и 1-2 озера. За все это вам надо угрохать немереное количество денег. К тому же рыбачить сейчас у нас будет довольно-таки холодновато. И вряд ли кому-то сейчас хочется выходить из уютных и тепленьких квартир. Лучше всего взять Best Landing и сидеть дома рыбачить. Тут вам предоставляется все. Во-первых, это, конечно, реализм. Самое главное и основное. Далее, что входит в этот реализм? Это 14 видов рыбы, 20 видов приманки, 10 видов удилищ, 5 озер. А этого вы не найдете ни в одной из других рыбалок, в том числе и в настоящей. Также у вас есть возможность поучаствовать в чемпионате по рыбалке, набравшись достаточного опыта в свободной рыбалке или в практике. Но оставим все эти мелочи и поговорим о действии. Для начала, выбрав нужное вам удилище и установив удобные для вас условия, автоматически или самостоятельно, мы заводим мотор нашей лодки и плывем к любому из мест в озере. Если же вам надоест кочевать из одного места в другое, можно сразу поставить лодку в любую точку данного озера. Ну и вот, значит, присмотрели вы себе местечко, выбрали наживку, закидываем удочку. Далее надо немного терпения для настоящих фанатов рыбалки, и эти минуты ожидания пролетят незаметно, тем более если знать, куда закинуть. Ну и вот долгожданный момент, настоящее шоу, дуэль между вами и рыбой. А вот что победит, это уже зависит только от вас. Далее есть возможность посмотреть замечательный реплей, который по желанию можно записать. Ну и так, в общем, до конечного результата, устроившего вас. Рыбалка сопровождается гармоничной музыкой, и вам вряд ли надоест рыбачить. В эфире хит-парад Мироденди. Сейчас вы узнаете пятерку игр, признанных во всем мире играми года на Sony PlayStation. Смотрите. Пятое место. Ice Combat 3. Этот авиасимулятор сразу стал популярным благодаря своей графике и просто огромным пространствам. Летать – одно удовольствие. Четвертое место. Вышедший совсем недавно Quake 2. The best среди домоподобных на PlayStation.
третье место – драйвер. Свободные гонки по огромным городам с хорошей графикой и азартом. Второе место – Resident Evil 3. Его мы ждали целых 2 года. И первое место. Самая ожидаемая игра 99-го года. Final Fantasy 8. И первое место во всем мире и в нашем хит-параде. А сейчас ваша любимая рубрика «Новинки игрового мира» и опять новая игра на Dreamcast. На этот раз это будет Пен Пен Триатлон в лучших традициях Mario Kart. Программа «Мир Денди». В ней есть все. Наверняка вы помните такую игру на персональном компьютере, как «Армагеддон 2». Некоторые, считая ее гонкой, ошибаются. Ведь гонка — это там, где нужно прийти к финишу первым. А здесь это не главное. Главное — выжить. Теперь эту игру перенесли и на Sony PlayStation. И мы в нее с удовольствием поиграем. Естественно. Армагеддон 2. Что это такое? Мирные гонки? Очередной клон Twisted Metal или полный хаос? Скорее всего, третье. Просто нет слов, чтобы охарактеризовать все происходящее. Этому нет объяснений. Это надо почувствовать, ощутить. Одним словом, поиграть. Какой жанр? Это не про эту игру. Воплощение всего противоположного с хорошим. Настоящий Армагеддон на колесах. Армагеддон 2. Нет такого человека на Земле, который не слышал ничего об этом самом скандальном проекте. Игру даже запрещали в некоторых странах. Уж очень немирная она была. То была первая часть. И в избежании повтора запрета программисты обошли цензоров.
теперь по улицам ходить будут не мирные жители, а настоящие зомби. Как говорится, серия Resident Evil нашла отражение и в этой игре. Зомби не люди, и уничтожению подлежат. Но я отвлекся, ведь это не главное в игре. Главное, даже не проехать трассу, а остаться в живом, и при этом не оставив никого. В игре существует 4 режима игры. Самая первая интересная игра на прохождение. Гигантская арена. 10 разъяренных автоманников, готовых разнести тебя на куски своими машинами, облепленными всевозможными таранами, режущими и пилящими приспособлениями. Звучит сигнал, начало гонки, и начинается настоящий автомобильный апокалипсис. Кто куда, кто за кем, скрежет, взрывы, конечно же, аварии и непредсказуемые последствия. И повсюду эти зомби бегают, проходу не дают. Что тут можно поделать? Играем, играем, и что самое страшное, начинаем привыкать. И уже все эти ужасы превращаются в настоящее веселье. Приготовлен сюрприз для игры вдвоем. Существует целых 3 режима. А вовлеченный батл один на один, просто гонки и веселые гонки-догонялки, где нужно гоняться за друг другом, как бы играя в старую детскую игру. Догнал, передал, уехал. В общем, Кармагеддон получился на славу. Игра класс. Советую поиграть всем. Успокаивает. Или нет? А теперь традиционная рубрика «Help». Сегодня вы узнаете секреты для целых 4 игр, между прочим, заказанных вами. А я еще раз напоминаю, звоните во вторник по телефону 47-41-96 в магазин «Роллспорт» и говорите, для каких игр вам нужны секреты, и будьте уверены, в следующей передаче вы увидите их. Metal Gear Solid. Коды для Game Shark. 6951C-3001. Resident Evil 3. Коды для геймшарка. Бессмертие. 800C. 00 треугольник треугольник 0x квадрат x. Tomb Raider 3. Вводить во время игры для всего оружия и боеприпасов. L2. R2 два раза. L2 четыре раза. R2 L2. R2 два раза. L2, R2 два раза, L2 два раза, R2, L2 два раза, R2. Ну вот, наша передача и подошла к концу. Я надеюсь, что за время ее просмотра вы согрелись и получили необходимый заряд бодрости на целый день. А я и согрелся. Ну на тебе кенгурку, иди согрейся, Олег. Ну вот, еще один спасенный человек. Ну, после того, как я спас несколько солнечных галактик, плачу землю раз 40, на такие мелочи уже не обращаешь внимания. Ладно, ребят, гейм овер.